На юг России вернулась зима. Мощный снегопад обрушился сразу на несколько областей. Больше всего пострадала Волгоградская. На трассах федерального значения скопились десятки машин. Пробки водители, которые уже поменяли резину на летнюю. Они провели там долгие часы. Чтобы помочь им, на обочинах и в придорожных кафе были организованы пункты обогрева. Во власти непогоды и центральная Россия. В Саратове снегопад не прекращался целый день и продолжился ночью. Задержаны поезда и авиарейсы. Спасать тех, кто застрял на перекрестке, в городе пришлось медикам. Эту машину из снежного плена вытащила неотложка. Зима, похоже, напомнит о себе. И в Москве сегодня в столице обещают снег и порывистый ветер.